Ну давай. Испытаем нашу новую игрушку. Так, супер-дробовик — это сокрушительное оружие ближнего боя, оснащенное модификацией мясницкий крюк. Ясно, хорошо. Ну-ка. О, да! Красота! Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в Doom. Единственное, что у этого дробовика, если он такой же, как и... Если он такой же, как и был ранее, то в таком случае у него есть... У него есть один большой недостаток. Он очень долго будет перезаряжаться, скорее всего. Угу. Если у него действительно есть такой недостаток, то его надо будет сразу быстро... От него надо будет быстро избавиться потом. Если, конечно, можно будет. Так, и вот еще что. Нужно сейчас будет... Тихо. Нужно сейчас будет понять... Тихо. Нужно сейчас будет понять, как хорошо он расправляется с офицерами. Можно будет его, допустим, просто использовать, не стреляя по слабым зонам. Или если же стреляя по слабым зонам, как быстро подохни. Как быстро после этого офицер сдохнет. Но пока что я смотрю... А, можно же было этого использовать. Пока что я смотрю, что, в принципе, он справляется очень неплохо. Даже несмотря на то, что мы стреляем... Так, проблема. Вот эта тварь, она меня больше всего вымораживает. У нее, в принципе, слабое место есть. Ага. У нее есть одно слабое место, оно находится... А нигде оно у нее не находится. У нее слабое место только в том, что она боится криогранат, насколько я понял, но... Так, а ну погоди. Оно боится криогранат и вообще, в принципе, холода. Но и то это только потому, что ее надо как-то замедлять. Вот, в общем-то... Ага. В общем-то, это единственная в ней проблема. Так, тихо. Лучше сделаем так, ну его в сраку. Я не хочу на Монкубусе проверять супер-дробовик. К нему вообще лучше не подходить, потому что у него этот конченый огнемет. А? Вкусно, тварь. Угу. И вот, кстати говоря, вот с это... Тихо. С этого момента я явно уже не помню, что происходит. Значит, я все-таки тогда в прошлый раз дошел до сюда и дальше вроде бы как не заходил. Хорошо. Значит, вполне вероятно, что с этого момента нам начнут опять жопу драть. Потому что вот этот вот кусочек, который мы с вами прошли, в тот раз мне ясно дали понять, что так просто все это... не будет продолжаться, как было до этого. Хорошо. Допустим. Так, ты меня нервируешь. Вот эти товарищи, они отличные помощники, я считаю, потому что... они отличные помощники, потому что как только они врезаются в кого-то, они сразу же Внимание. Убивают этого Всему монстра. Святилища уничтожить палача. Тихо. Жрец должен выжить. Повторяю, жрец должен выжить. Как бы жрец ни старался, он все равно не выживет. Все уже предрешено. Смертники. Надо будет еще... Надо будет сейчас, знаете, что сделать? Надо будет почитать, какие у нас есть улучшения на наш вот этот дробовик. А ну погоди. Вот она, ну-ка. Так. Кстати говоря, это уже по факту он улучшен был вот этим крюком. То есть мы же обычно, получается, твоги снимаем улучшалку, нацепляем ее на оружие. Этот, получается, уже с этим был. Ну, короче говоря, это хорошо. Это хорошо забытая наша старая игрушка. Но в... С лучшим, короче говоря, с лучшим видом, я не знаю, как это еще сказать. Так, время перезарядки мясницкого крюка уменьшается на 25%, это не то. Скорость перезарядки супер дробовика увеличена на 33%, отлично. Вот это вот нам и надо будет достать. Хорошо забытая игрушка. Но при этом модифицированная, что это такое?
открыть. Выглядит как еще один какой-то саркофаг, в котором могут кого-то держать. Еще одного какого-нибудь палача рога, к примеру. Или я даже не знаю, может быть, какого-то супердемона, скорее всего. Ага. Интересно, если бы я смог это разрушить, то это бы сильно... Сильно бы кто-то расстроился или не очень. Я так понимаю, здесь ничего нету с этой стороны. Это, скорее всего, просто... Просто можно либо тут пройти, да? О, отлично. Сейчас как раз сможем кое-что себе улучшить. Угу. Так, ну-ка, у нас их как раз 5 штук. Я хотел что-то взять из криогранаты, либо из просто гранаты. Вот, допустим, помните, мы скапливались с вами 5 очков специально, чтобы взять самое максимальное улучшение. Так, жизнеобеспечение и исследование. Вот эти вот два момента нам вообще не нужны. Нам качать надо только вот это вот. Вот эти 3/4 и все. Больше нам ничего не надо. В принципе. Я думаю, что имеет смысл качать криогранату. Так, замороженные демоны получают значительно больше урона. Я думаю, что вот этот вот момент довольно интересен будет, потому что если справляться с этими плетками как-то, и если учесть, что... Если учесть, что у них слабые зоны, это как раз криограната. Ну, я читал просто, что они вроде как боятся холода. Вот давай еще раз просто посмотрим, чтобы я точно понимал. Так, погоди, ну-ка. Не то. Никто пока что мне таких проблем не доставляет, как они. Так, уязвимы к криогранате. Да, все правильно. Хорошо. Значит, будем делать так, чтобы... Ага. Значит, будем делать так, чтобы нам с ними было просто проще справляться. Я просто рассчитываю на то, что получится ее... Что получится ее просто заморозить. А, банан. И быстренько добить. То есть кидаешь криогранату, потом быстро ее супер-дробовика какого-нибудь... Херачишь, и на этом все. Надеюсь, что именно так это и получится сделать. Хотя мне очень сильно нравится, на самом деле, еще возможность кинуть 2 гранаты. Я думаю, мы до этого тоже дорастем. Так, ну я ничего не вижу, удивительно. Судя по всему, вот здесь... Ага, вижу. Судя по всему, здесь, да, здесь где-то будет испытание. В принципе, этих испытаний я не особо боюсь, они, как правило, не очень трудные. А, опа, там есть жизнь. Не очень трудные, больше всего меня беспокоит вот это испытание, потому что в прошлый раз, оно не то, что было прямо охренительно сложное, но оно было очень быстрое, резкое. Так, а ну погоди, давай это вот возьмем лучше в руки. И мне кажется, что... И мы там увидели... Да, мы там увидели нового, получается, рыцаря ада, и я... Мне кажется, что тут тоже будет что-то новое, и это меня может выбить из колеи. Ну ладно, погнали. Ага, я тебя услышал. Так, а какого хера ты не сдохла? Объясни мне. Ты же должна была получить значительно... Якобы значительно больше урона. Ах ты мразь! Этот подонок отнял настолько что жизнь. Твою дивизию. В принципе, несложное было... Ну как несложное? Сложное на самом деле. Просто за счет того, что здесь были эти конченые плетки. Ага, понял. За счет того, что здесь были эти конченые плетки, причем их, по-моему, 2 или даже 3 получилось. Нет! Ух! Показалось. Или не показалось, я не знаю, но было страшно. Ладно, ничего страшного. Мы эти жизни как раз набираем для того, чтобы можно было всрать. Ой, тихо.
Да какого черта? Я ж тебя убил. Да блин, я их ненавижу, это катастрофа какая-то. Боже, ты только посмотри на это. Мы явно попали в какой-то мясокомбинат ада. Ага. Так, надо быть аккуратнее, потому что вот именно из этих нор они вылазят. Я, кстати, научился определять, когда они еще вылазят из воды. Оказывается, там бульки были. Я, в принципе, мог об этом догадаться. Опа, отлично. Так это, конечно, все очень хорошо, но по итогу куда нам надо вообще вылезти? А, я понял, хорошо. Твою мать! Странно, что не из каждой вылазит. Так. Я уверен, что наверху нас уже ждут. Угу. В принципе, можно было бы, знаете, что здесь взять ракетомет, если вдруг там действительно какие-то проблемы, наверху сразу быстренько... Быстренько применить его! Хотя, вроде как, проблем тут не сильно много, я так посмотрю. Кроме вот Мункувус хочет прийти меня с жопу надрать, но это такое тоже. Не шибко страшно. Так, быстро уходим назад. Так, я не дождался. Нет, нет. А, быстро наверх. Так все не может быть настолько просто. Я уже даже начинаю жалеть, что я там жизнь оставил случайно. Я-то думал, что мы сейчас будем только так их откидывать. Что-то каждая стычка будет отнимать у нас как минимум по несколько жизней. Но что-то пока что живем. Мне кажется, что это должно работать примерно вот так. Ну-ка. Стоп, подожди, надо еще вниз спуститься. Это все, конечно... О, слушай, надо еще, знаешь, что проверить? Надо сейчас будет проверить, можно ли... Да, вон, видели, у нее есть какое-то устройство, которое как раз поможет... Поможет открыть. Ну-ка. А, нет. Так, тогда я, честно говоря, в недоумении, но перед тем, как что-то делать, я хочу вот что проверить. Ну-ка. А-а. Он чувствует, что я его пилой хочу взять, но Думга явно не хочет этого делать, потому что понимает, что если он это сделает, он все херам собачьим рванет. Так, хорошо, а что делать по итогу надо? Раз не это. Я просто думал, что я... А, там снова патроны. Я просто думал, что если это активирую, то в итоге тут надо будет просто ударить, и что-то произойдет. Подожди, а может быть... А, ясно. Она просто заблокировала... Капец, она просто блокировала мне проход. Угу. Ну что, ты еще не устал, палач? Да не особо. Ничего, мы сломим эту войну. А ты не хочешь лично выйти и сломить там, что ты хочешь мне сломить?
А ты боишь, что у тебя так никаких... никаких... ресурсов не хватит меня сламливать. Я, кстати говоря, вспомнил, что когда-то у меня была эта любимая пушка. Ну, одна из любимых, по крайней мере, в предыдущем Думе. Вот это и ее модификация на ракеты. Кстати, здесь можно их тоже модифицировать и сделать что? Сделать, чтобы они быстрее перезаряжались. Это было бы чертовски выгодно, я так думаю. Но... Ага, я понял. Так, погоди. Нам же не просто так дали эту игрушку, надо ей пользоваться. Иначе какого хрена? Все? Походу всем понравилось, хорошо. Мы добьемся в этом всем успеха, если будем пользоваться всем тем, что нам дали. Вот гранаты, это серо. Опа. Мы дошли все-таки до сюда. Осталось только ключ найти. Может быть, имеет смысл... Может, имеет смысл, знаете, я вот так думал, что, возможно, было бы прикольно просто идти вперед, куда глаза глядят, грубо говоря. Пока мы можем куда-то идти, просто идем. А, я понял. А потом в конце просто идти и собрать секреты. Ну, то есть... Подожди, а что это такое вообще? Это нам надо как-то проломить эту хрень. Ладно, сейчас будем разбираться. Просто идем куда-то. Там разберемся, как это будет ломаться. Угу. Думал о том, что, возможно, стоит просто быстренько бежать, куда глаза глядят, а потом в конце уже телепортироваться и искать секреты. Ну, то есть не заморачиваться сейчас секретами, а заморочиться с ними в конце главы, наверное, да? Нет? Фиг его знает. Я даже и не обратил внимания, честно признаться. Что это грёбаный гигантский демон. Кстати, помельче, чем те, которые ходили в лаве, кстати говоря. Меньше этих малышей. Но зато у него в несколько раз больше рук. О! Нет? А как тогда? Я не знаю, давай с этим заморочимся потом, как я и предлагал. Сейчас просто доберемся до конца, а потом уже будем разбираться с тем, что мы упустили. Я не боюсь тебя. Ты еще не победил. Найди меня, палач. Я буду ждать. Задница. Слушай, мы кругами ходим. Мы здесь уже явно были. Хотя карта показывает, что нет. Странно. Либо это... Где мы первый раз его встретили? Я что-то забыл. Не, погоди, мы явно здесь были. То есть вот, мы заходили, по-моему, сюда, потом... Проходили... Да, все, это определенно то же самое место. Хорошо. Потому что я уже думал, что меня за нос водят. То есть мы просто сейчас пытаемся обойти всю базу вокруг. В каждом закоулке его пытаемся найти, и в итоге оказывается, что его нигде нету. Ясно, хорошо. Опа. Давай. Следующий апгрейд будет у нас, наверное, на две гранаты. Ну-ка.
Да, это и одна штучка. Кстати, у нас есть 6 претарианских очков. Было бы тоже неплохо их напихать в наш какой-нибудь из наших пушек. Вот, допустим, для. Допустим, вот это, чтобы перезаряжалось быстрее. Это было бы очень хорошо, это избавило бы тогда ее от самого главного недостатка. Это была бы очень мощная, очень быстрая пушка в итоге. Либо быстрое наведение. Скорость наведения цели увеличена. Вот это тоже очень, очень хорошо. Давай лучше вот это вот, наверное, пока сделаем. Потому что это немножко... Это все-таки немножко помощнее будет, чем наш супер-дробовик. Дело в том, что я хочу, чтобы она успевала наводиться до того, как я... До того, как используются все... Началось. Ярость, что это такое? Я не помню. Я не помню этих градаций. Да умри ты уже! Так, нужна это самое. Броня. Вот, до того, как закончится действие слоумо, вспомнил, чертова дери. Подохни. Ага. Так, я не вижу тебя. Я не могу убить того. Того, кого не вижу. Проблема. Угу. А пока мы убиваем, набираем броню. Великолепно. Так, я понял, там нага. Так, проблема. Были. Воу, я не заметил. Да блин, они меня зажали. Твари. Ух, твою ж мать. Было страшно и было близко. Так, все, живем. На банан! Умри ты уже, тварь, достала меня! Ух, проблема. Одно попадание, я труп. И оно было. Но я не стал трупом, потому что было чуть больше здоровья. Ура! Так, где эта тварь летает? Не достал! Ух ты, меня вымораживаешь, скотина! Умри уже! Надо было его подпалить еще, помимо прочего. Где? Так, у меня пока не еще было палить, я понял? Пора Манкугуса добивать. Жри свое сердце, тварь! Да блин! А, все-таки отстрелил тебя твои конечности, подлюдка. Как ты меня запарил. Фу. Жри
Жрец остановился. Сейчас я его запеленгую. Да, так его, потому что он у меня уже в печенках, этот ваш жрец, сидит. Так, стоп, надо было... А, ладно. Ничего страшного, надеюсь, да? Так, это все. Ну, похоже, да, то есть... А! Что про... Зашло, я уже испугался, что... Я уже испугался, что нас сейчас отправят дальше, а я еще не успел здесь все смотреть. Так, ну это было уже напряженненько. Это было довольно напряженненько, я вам так скажу. Надо было еще разыграться, потому что... Уже пару дней прошло с предыдущего нашей перестрелки, прямо скажем. Так, ну хорошо, получается, что это все. А, и секреты мы все нашли, осталось только испытание пройти. Я пока не совсем понимаю, как ключ открыть. Надо сейчас вернуться, будет разобраться с этим. Я его нашел! Да, черт возьми! Я, честно говоря, даже удивился немного. Но вообще, это странно. Ну, как бы, мы уже столько секретов понаходили за всю свою жизнь, что удивляться-то уже и нечему должно было бы быть. Но, тем не менее, Я же надеюсь, это оно? Да, это оно. Это не могло быть ничем иным. Угу. Так, ну хорошо. В принципе, мы более-менее готовы. Ну, не то чтобы... Не то чтобы очень, потому что патронов все равно не хватает. Поэтому надо будет первого попавшегося сразу к херам собачьим на... На патроны расчленить. Вот. Так, возьмем пока что это и вот это. Это у нас для стрела одного, это для стрела другого. Все, погнали. Давай. Удивите нас. В прошлый раз было довольно болезненно, но не то чтобы очень. Так, стоп, неправильно. Вот так, ага. Угу. Так, какого хера ты еще не сдох? Все? А ты не подкрадывайся сзади. Нет, некрасиво. Мы тут честно воюем лицом в лицо. Ага. Так, ну манкобуса это, по идее, не самое страшное, что сейчас смогло с нами произойти. Мне так кажется. Ой, хорошо, что не рвануло. Было бы странно, если бы рвануло. Хотя нет, странно не было бы. Оу, что это такое? Это имп какой-то дикий. Телепортирующийся. Да блин, ты умрешь сегодня, нет. Охренеть, как что он вытворяет, ты посмотри. Упс, тихо. Вот эту тварь лучше сразу убить, потому что... Ага. Да пошел ты в сраку! Что происходит? Как... Да, не успевают мне... Так больно сделать. Они убили? Серьезно? Да как? Да как вы посмели? Это, походу, это конченая... Конченая мразь так делает. Вот это. Все, больше не будет. Ха-ха. Так, но делает больно другие сейчас. Беги, 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 родной. Да твою мать, еще минус одна жизнь, все, жопа. Очень много всякой срани, очень много. А я говорю, что так будет происходить. Я, блин, предупреждал. Да быстрее ты уби... Ох, и конченый же ж ты. Мы сейчас из-за этого отъедем. Вот просто вот из-за вот этого. Ага. Все, минус третья жизнь, капец.
Ну, походу я получил то, что так давно просил. То самое гребаное веселье. А, он уже мертв, окей. Мне не хватает огнемета. Это тот случай, когда я теперь хочу, чтобы он перезаряжался быстрее. Тюк. Капец. Фух. Это был трэш. Это был, мать его, трэш. Да фиг его знает, хватит ли нам столько жизни на самом деле. Ну, в общем, идем пока как идем. Это было весело. Идем пока как идем, окей. Если вдруг нам не хватит этих жизней, все равно у нас еще и ведется, как я уже говорил неоднократно, параллельный сейф. Так, погоди. У нас все равно ведется параллель... Так, я запутался, что я хотел. У нас все равно ведется еще параллельный сейф, где можно будет по возможности набрать чуть больше этих... жизни, если необходимо будет, да? Так, ладно, поехали уже отсюда. Меня тошнит уже от этой базы. Неужели я так и буду дальше спокойно ехать? Что-то я очень сомневаюсь. Что нам надо здесь делать? Так, музыкальная пауза. Найти коллекционный альбом. Воспользоваться картографическим постом. Убить трех демонов одной осколочной гранатой. Так, после предыдущей стычки у нас были проблемы. Были проблемы со снарядом, я так посмотрю, вообще прям совсем задница. По итогу, как сейчас сражаться, я не знаю. Но я так и думал, что спокойно мы не доедем. Ага. А нам и не надо было спокойно. Спокойно неинтересно. Так, да погоди ты. Вот так. Вот, вкуснятина, скажи. Какие мы вкусные. Остался только этот конченый страж. И все. Ну, в смысле, который жрец. Который ничтожество. Мы же еще не доехали. Почему все? Жрец преисподней занял позицию. Его страж находится где-то впереди. У него есть еще какой-то свой личный страж. Ничего себе. Хорошо. А ну погоди, что это такое? Я даже не могу еще карту посмотреть. Смотрите, у нас есть две какие-то полоски, красная и желтая. Босс наконец-то, или что это такое? Очень на то... надеюсь. Ага. Главное, что его подпалить могу, когда он свой щит держит. Но знаете, что я вам скажу? Нам, походу, надо что-то делать с нашим... Да что такое? Откуда летит? Нам надо все-таки что-то сделать с нашим огнеметом, чтобы он немножко быстрее перезаряжался, потому что хочется использовать его чаще, а не получается. Надо это решить. Ну, по крайней мере, предыдущее испытание немножко нас разогрело. Уже неплохо. Вы же не хотите сказать, что я должен, может быть, я должен вот сюда спрыгнуть для начала? Тихо! Это подло!
Что-то мне кажется, что нас сейчас к чему-то готовят потихоньку. К тому, чему они нас готовят, я на самом деле готов уже довольно давно. Так, а магнетрон, давай возьмем. Подожди, а то, что у нас было? Удаленный подрыв. Это можно было бы хорошо комбинировать с вот этим. Прям очень хорошо. Давай так и сделаем. Давай, наверное, так и сделаем, потому что меня плазма-кружка не сильно-то привлекает, честно говоря. Она хороша, как бы спору нету. Ее использовать как раз против щитов, против всего этого... О, там жизнь наверху. Против всего этого очень круто, но... Я ее всегда не особо любил, эту пушку, честно говоря. Идеально. Ага. Так, это все, конечно, очень хорошо, но... Я, кстати, крюком могу цепляться только за врагов, похоже, да? Очень жалко. Было бы классно, если бы можно было здесь вот так вот кругом... Кругом летать на нем. Это было бы... Это было бы странно, но было бы прикольно. Так, а ну подожди секундочку. Ух. Ты только посмотри. Но мы каждый закуточек, походу, будет где-то вот здесь вот сидеть. И ссать себе в штаны, пока, когда мы к нему будем идти. Ага. Так это происходить и будет. Так, это, конечно, все очень хорошо, но у нас есть 4 очка претерианских очка, которые стоило бы куда-то на самом деле и влить. Вот, допустим, либо сюда, либо куда-нибудь еще. Дай-ка я подумаю немножко. Давай, наверное, прокачаем вот это вот. Вот это и... Вот это. Угу. И будем этим пользоваться чаще, наверное. Не просто ж так она у нас, да? О, смотри, красота. Опа, пинки! Так, демон-воитель, атакующий игрока с разбега. Спрятьте его укрывать прочной броне, слово вместо хвост. Так, перепрыгнуть двойным прыжком, использовать быстро, чтобы заставить его врезаться в стену. Потом расстрелять хвост и добить его. Отлично. Ну, пинки. Хорошо всем знаком на самом деле. Ага. Слушай, мне это место, мне кажется, дико знаком, честно признаться. Так, я уже немножко пожалею, что я, конечно, взял именно сейчас ту ерунду. Мне просто кажется, что я буду чаще использовать сейчас супер-дробовик. А, бана! Слушай, очень быстро его... И очень быстро эту штуку уничтожила. Тихо. Будешь моими патронами, тварь. А, скотина. А, пинки. Так, пинки это чертовски опасная тварь, на самом деле, надо с ней быть поаккуратней. Ага. В итоге броню не взял, которая там была сзади меня, похоже. Да твою, как вы оказываетесь у меня за спиной все время? Ха-ха, это даже не успел упасть. Ага. Пинки, прости, но ты сдохнешь! Причем очень жестоко. Это я тебе гарантирую.
Так, проблема. Что такое? Кто? Когда я успел? Бежим! Да беги ты! На, тварь сзади! Давай, иди ко мне! Ты посмотри, какое оно живучее! Я хочу тебя убить именно так, не иначе. Ага. Так, там, походу, решили... Походу, игра решила показать, на что она способна, да? Так, не сейчас. Так, у нас полная жопа с патронами. Но у меня еще есть это. Я, блин, про это чертовски забываю. Угу. Так, боюсь, у нас сейчас не получится так держать марку. Главное, сэр, плеть. Держи при себе, тварь. О, нет. Охренеть просто. Жопа. Но весело-то как. Не то? Ух. Так, пока живем. Пока можно жить. А, прямо в лоб, тварь! Потухни! Ага, вот и ты, я тебя ждал. Нету? Сзади. Ладно, это было уже напряженненько. Это уже, черт возьми, его напряженненько. Это еще повезло, что не было... Не, ну, в принципе, здесь были все. Здесь были все плюс пинки еще, помимо прочего. Ух. Капец. Так, подожди. Надо сейчас перевести дух и при этом... Ага. Ну, знаете, я вижу, что мы недостаточно хорошо справляемся в том плане, что я путаюсь иногда в оружии, которое хочу использовать, и просто банально забываю использовать огнемет. Еще меня сильно напрягает то, что по итогу этот огнемет реально перезаряжается долго.
То есть, когда нам надо... Когда он нам очень нужен, он, зараза, в перезарядке. Надо будет его... Надо будет что-то такое прокачать. Я просто не помню, что... Вот это, да? Нет, не это. Что-то где-то было, короче, что позволяло нам огнемет перезаряжать быстрее. Я только не помню, что. По-моему, это как раз было... Были руны у нас такие, да? Ладно, потом с этим разберемся. Если выживем. Если выживем и попадем на базу. Хочу попасть на базу. На базе мы бы перевели бы дух с вами на... Мы бы перевели с вами дух. Но я так смотрю, что здесь, похоже, стычка будет у нас на каждом этаже сейчас. За нас решили взяться серьезно. Ага. А ну, вольеры. Вольеры охотников Рока. Полярная база сектантов ОАК находится на останках древнего поселения Аргента, построенного более 60 миллионов лет назад, когда цивилизация Аргент-Нур начала осваивать другие планеты. Замерзшие туши гончих Агадона были найдены на ледниковых пустошах вокруг комплекса. Замерзшие туши гончих Агадона. У них, помните, это их мифическое существо Агад... Нет, подожди, они назвали... Ну-ка, погоди, сейчас надо просто вспомнить один момент. Кого они называли Агадоном? Агадионом? А, Агадоны, они Агадонами называли динозавров. А Агадион — это их мифическое существо. Ясно. Значит, они вокруг находили останки вот этих вот динозавров. Хорошо, анализ ДНК показал, что это земные существа, однако Аргент-Нур — единственное место, где сохранились подобные останки. Туши сохранились на удивление хорошо, хотя им, согласно радиоуглеродному анализу, почти 80 миллионов лет. То есть они старше всех других сложных форм жизни на Земле. Взяв за основу кибердемонические эксперименты, которые начались на Марсе много лет назад, сектанты занялись исследованием способностей гончих к воскрешению и кибернетическим улучшениям. То есть они хотят вернуть к жизни динозавров и демонизировать их, и при этом кибернизировать. Господи, что за ересь здесь творится? Подобные исследования на этой территории уже проводились тысячелетиями ранее. Служители Деаговы, также известные как жрецы преисподней, разводили гончих и с помощью генетических модификаций превращали их в охотников Рока. Это не те ли собаки случаем? Кровожадных мутантов, созданных противостоять палачу и ночным стражам. Интересно, во времена нечестивых походов на Аргент-Нур. Отчеты стражи подтверждают... Отчеты стражи подтверждают, эти существа вместе с демонами нападали на солдат армии Севера во времена гражданской войны. Я просто, знаете, о чем подумал? Мне эта мысль немножко сбила. Я просто подумал, что если эти гончие были сделаны для того, чтобы атаковать ночных стражей и палача Рока, прикол в том, что не складывается немножко, потому что палач Рока земной, то есть это человек, ну если я правильно понимаю, это человек, причем морпех. То есть вот этим всем событиям далеко не тысячу лет, ну, я не знаю, но максимум, может быть, лет 5 он уже так воюет, черт его знает, я не знаю. Я только предполагаю пока что. А тут идет речь о том, что они уже еще черти когда... А, подожди, у них же была легенда, у них же было когда-то видение, предсказание у этой самой, да, о том, что может появиться палач Рока. Точно. Как только стало известно о планах сектантов ОАК относительно Земли, на доработку охотников Рока и повышение их боевой мощи были брошены все силы. Недалеко от базы сектантов был построен новый сборочный центр, а также гравитационная дорога, соединявшая его с основным зданием. По этой дороге можно было безопасно перевозить все необходимые проекты, приборы и материалы. Возрождение гончих Агадона – дьявольское чудо, которое совершилось благодаря новейшим технологиям в сочетании с древними оккультными ритуалами, проведенными лучшими нейрохирургами. Некрохирургами ОАК. Любопытно. Очень любопытно. Но если они это делали уже в момент, когда были ОАК, то тогда уже, в принципе, и морпех был. Будет очень интересно переиграть в старенькие думы, где мы играем еще не за палача Рока, а именно за морпеха. Это было бы чертовски круто. Конечно, нелегко найти бойца достойного тебя. Но я все же очень постарался. То есть ты хочешь сказать, что есть кто-то?
кто сейчас сможет мне противостоять. Угу. Угу, угу. Ну, удиви меня. Давай. Так, это не то, чего я ожидал видеть, честно говоря. Ты хочешь сказать, что вот эта срань меня остановит? Это мой наивный дурачок. Так, дай-ка посмотрим. Так, это мы уже забрали. Мне лично кажется, что то, что мы забрали, вот не должно быть уже здесь отмечено. Ага, ты только посмотри. Нас там действительно, похоже, будет ожидать босс. Ха-ха-ха, уже давно пора. Давно, мать его, пора, идем. Интересно, сколько нам попыток понадобится на то, чтобы... Точнее, сколько мы сможем еще так жить, мне вот интересно, пока у нас все жизни не отъедут. Я тут, конечно... Мне очень хочется вылезти на крышу. Это можно сделать? Нет. А это плохо. Кстати, в старом Думе можно было вылазить на крышу. Нет, ну не си... Я не хотел использовать второй дэш. Просто когда зажимаешь кнопку, оно так и работает. Ждем. Тут даже не нужен, по факту, дэш был. Короче, основные, вот это вот будет два моих основных оружия. Остальные я буду использовать как саппортные. Не, ну ты видел так... Да какого? Дрянь такая, прикинь, сейчас убил бы еще. Просто потому, что сделал два метких выстрела. Угу. Ну, пинки всегда были вот такие вот, на самом деле. Нет, ну ты видел такое? Я думал, что у нас уже давно перезарядилось. Пинки всегда были вот такие вот. Не шибко-то и сложные. За исключением тех, которые невидимые, за исключением тех, которые были полностью бронированы. По-моему, были такие, я не помню. Не уверен. Что ты тут делаешь, а? Что это такое? По-моему, это он тут собирает их вот эти ноги, на которых они ездят, вот этих вот новых демонов. Походу, да. Да, когда зажимаешь кнопку. То он делает 2 дэша. Окей, хорошо, будем иметь это в виду. Как удобно, спасибо. Видимо, он сам хочет, чтобы я к нему добрался. Что это такое? Что это такое? Это кто-то аж там это делает. А, да, смотри. Однако три попадания в голову, это туша какая-то. Три попадания в голову, оно отъезжает. Слушай, ну мне, честно говоря, вот интересно. Ладно, мы знаем про старых демонов, но мне интересно читать про новых. Туша, производная нечеловеческих разработок. В области биомеханики, сознание.
В отдаленных лабораториях анклава сектантов, не являясь в действительности ни живым, ни мертвым, это существо находится в состоянии частичного оживления. Его кибернетическая броня стимулирует живые импульсы внутри разлагающегося органического вместилища. Неживого обитателя брони, придуманной как средство для применения солдат в бою после их смерти. Можно уничтожить только путем отделения тела от кибернетических имплантов. Короче говоря, ясно. Солдат умирает, они потом используют его... Они потом используют его останки, чтобы сделать вот это. Я вас понял. И кончилось тихо. Черт. А, зараза, прикрыл его, ты смотри. Так, я не понял, какого хрена? Почему у него хп двое? Он что, вопрашивает их себе заново? Странно. Я же ему все отстрелил. Ну окей, ладно, одну, может быть, отстрелил. Короче, я только что подумал о том, что это все мне почему-то чуть-чуть отдаленно напоминает Кастельванию. Просто тупо тем, что... Просто тупо тем, что этот виды, короче, такие же на какие-то там башни, вот это вот все, знаете. Я просто за Кастельванию, походу, соскучился немножко. Самую малость. Дрянство. Так, это, конечно, все очень хорошо, но... Но мне кажется, мы скоро до него доберемся. Оно. По-моему, нам... То, что я хотел, находится, по-моему, здесь. Так, зверские убийства. Ускоряемся, не то. Так, убийство с помощью снаряжения находящегося под действием. Так, ускорять перезарядку тоже не то. Враги ударно так. Оставляет кровь. Точнее, оставляет эти самые. Ну, я думаю, что имеет смысл взять вот это вот, чтобы можно было зверские убийства делать на гораздо большем расстоянии, да? Только эту ерунду сейчас еще нужно применить. Не забыть обязательно. Как предусмотрительно было проскидывать всякое вот это вот для нас здесь, я считаю, да? А, оно уже применилось, отлично. Ну, я же так понимаю, нам дадут еще и другие руны, то есть мы сможем выбирать, что нам будет интереснее, да? Как я это пропустил? Да, Кранок, оно. Ранок – мрачный наместник трона Хаоса. Столетиями служил посланником ада на земле и готовил вторжение. Втайне от землян Ранок подготовил врата ада и стал ожидать... Знамение шестой печати, которое провозгласит эру Вознесения, которое очистит землю, как и предсказывали пророки Творцов. Ранок тесно сотрудничал с Оливией Пирс во время подготовки марсианского проекта, а после ее гибели возглавил ОАК. Серьезно? Он развратил слушающих мегакорпораций и сподвиг их пожертвовать собственной планетой ради соблазнов Аргент Энергии и Вечного Союза с Преисподней. Деак Ранок ранее служил королю Аргент Днур в качестве жреца стражей и заботился о духовном росте Аргента, будучи признанным в ранге святого. После предательства он покинул свой дом, встал под знамя Кан Созидательницы и лично руководил трансформацией перспективных планет. На полюсе планеты Ранок воздвиг неприступную твердыню, которая должна была защищать его, пока он творил зло.
Какие его мотивы? Это чисто чтобы помочь... чисто чтобы помочь Канн или как вообще? Или может быть он что-то какие-то свои... мотивы преследовал, я даже не знаю. Я не знаю, куда я иду, но... вроде успели, окей. Так, ну, несмотря на то, что у нас есть супер-дробовик, с этим дробовиком я чувствую себя намного спокойней. Я, по-моему, точно так же... точно так же чувствовал себя и с тем дробовиком. Ой, имеется в виду и в той части. Дало! Переруби их уже! Ты смотри. Так, я кого-то случайно зацепил, походу. Ах, какая красота, а? Ты смотри. Так, я понял. Это тоже от него было или не... или это была плетка? Потому что так себе ведет обычно плетка. Так, я просто хочу от него броню. Ясно. Давай немножко подождем. Пускай подойдет ближе. Подождем, когда перезарядится наша эта срань. И получим с него броню. Это надо сделать. Это надо. Плазму, кстати, желательно было бы, наверное, тоже использовать. Я не очень люблю эту пушку, но она при этом очень быстро развоплощает их всех. Так, подойди сюда, пожалуйста. Гнида. Я столько времени ждал, чтобы в итоге получить с тебя 4 куска брони. Хорошо. Вы меня начинаете сильно злить. А когда я злой... то я злой. Вот и все. Я думаю, что мы сейчас в итоге придем просто к какому-то мега... А, ну да, действительно. Походу, перед тем, как мы сами... Да-да-да-да, смею, мы... перед тем, как попасть к этому ублюдку, мы, походу, пройдем как раз через этого сраного стража, так называемого. Засранец. Очень метко. Лучше сразу. Лучше пускай я от них сразу избавлюсь, если есть такая... плохо. Если есть такая возможность, потому что они нас уже увидели. Надо было, знаешь, что сделать? Надо было просто... Эть. Ждем. Надо было просто с ним сразу, к ним сразу прийти. Да, он, короче говоря, делает то же самое, что плетка. Ясно. Это не очень хорошо. Честно говоря, потому что от этой плеточного удара... чтобы вернуться от плеточного удара, нужно сделать непосредственно дэш. Вот в чем прикол. Не отбивать не очень удобно. Надо еще будет проверить, можно ли его распилить пилой. В принципе, всех можно, если у нас есть 3 заряда пилы, но мне интересует один. Одним зарядом можно это сделать или нет?
Так вот, что вы перевозите в своих гробиках. Ясно, понятно, хорошо. Ух, ёлки-палки. Это, похоже, они вот так и добывают эту арген... Вот эту энергию арген, да? Так, подожди. Я хочу знать, могу ли я спуститься вниз. Не могу. Наверное, не знаю. Там есть секрет, его можно как-то забрать, но я пока не вижу как. Может быть, через верх? Через верх, может быть, можно туда попасть, кстати говоря. Например. Так, я не совсем въезжаю. Может быть, если я двинусь вот сюда? Мне кажется, что это просто можно с нескольких сторон было по итогу попасть, да? Или, может быть, все-таки это куда-то может привести? Не-а, похоже, нет. Ну ладно, это, в принципе, не сильно важно, потому что, я же говорю, что можно под конец локации собрать все секреты. И не забивай себе голову этим сейчас, да? Просто идем. Идем дальше. Разберемся с этим позже. Ага. Жри конфетку, падали. Я все время забываю, что это ерунда, которая кидается, что она взрывается и может меня ударить волной. Все время об этом забываю. Красная ключ-карта. Да как вы меня запарили? Нельзя просто взять и... Вон она, кстати говоря. Нельзя просто взять... И отправить меня к этому вашему самому сильному, не? Здрасте. Не ждали? А вот он я. Да господи, убей ты его. Вот такие штуки тут, кстати, летают кругом. Вы обратили внимание? Кстати, пятая батарея стражей. Я надеюсь, что после этого... После того, как мы уничтожим эту падаль... Ага, понял. После того, как мы уничтожим эту падаль, у нас еще будет возможность вернуться на наш... На наше утверждение Рока и... Открыть все, что мы должны там открыть. Ну-ка. О, отлично. Вот это сразу броня. У нас теперь будет сотня брони. Ура! И при этом мы сможем притягивать с гораздо большей дистанции. Ой, кстати, я совсем забыл. У нас же есть испытание. Помимо прочего, так, воспользоваться картографическим постом. Хорошо. Это мы найдем в любом случае. И нужно еще убить трех демонов одной гранатой. Вот этой, я так понимаю. Не знаю, получится ли. Обычно такие вещи происходят очень спонтанно. Ну, как бы, будем пробовать.
Угу. Пока все спокойно, пока все тихо, спокойно. Ты мне что-то сказать хочешь? Это не палач привел на землю демонов. Это тебе, Кан, Созидатель. А, начинается. Обязан даром Аргент Энергии. Это ты навлек на свой народ все эти страдания. Угу. Ты думаешь, что ты сейчас можешь... Типа... Типа во мне пробудит, там, я не знаю, сожаление, я там, не знаю, я такой скажу, ой, да ты прав, это действительно я, и такой вспорю себе вены прямо здесь и скинусь вниз, ты вот это вообще для этого от меня добиваешься, да? Ну, я тебя расстрою немножко. У тебя не получилось. Так, а ты откуда там взялся такой? Ух твою! Смотри, оно как будто бы знало, когда... Ага, он сверху. Он еще хочет меня вблизи ударить, ты смотри на него. Гнида. Мне не очень нравится вот эта вот гигантская полоска босса. Такое впечатление, как будто бы с ним... Черт, не думал, успею. Такое впечатление, как будто... Такое впечатление, как будто бы с ним придется сражаться в несколько этапов. Так, отлично. Это сколько у нас их уже? 4. Ну, еще один можно будет получить, и тогда можно будет прокачать вот этого, да? Кидать по 2 гранаты. А тут на что, кстати? Так, замешивая противники, ранить здоровье при ранении или убийстве. Ну, прикольно, кстати, тоже можно было бы использовать, да? Или вот это, тоже очень круто. Будет ли, кстати, считаться... Будет ли считаться... Давай возьмем. Нет, давай не будем пока брать. Будет ли интересно считаться, если я эту штуку... Если я эту штуку убиваю демона, потом он взрывается и убивает осколками еще других демонов, будет ли это считаться за задание выполненное? Надо было его подпалить, ладно. Не страшно. Но мне нравится, надо было бы, наверное, знаете, надо было бы все-таки прокачать эти кассетные гранаты. Из-за этой мрази мы жизнь оставили в испытании, кстати. Надо будет на них потом потренироваться, когда мы доберемся до нашей базы. Пока мы всю жизнь еще подруги не оставили, надо будет это оттренировать. А-а-а. Так, ладно, я думал, что... Что это все, чему они решили меня напугать здесь. Но это уже было чуть-чуть страшнее. Все? Вот если бы они двух пинки поставили, я бы, может быть, и наложил бы в штаны, это не факт. Так, сзади слышу. Подонок. Конченая мразь, я вам так скажу. Так, у нас опять ничего нет. Да что ж ты будешь делать? Так, стоп, это и есть босс, да? Или что?
Слушай, мне кажется, что вот эту вот, вот эту часть, которую он так яро мне тычет в лицо, вот эту часть демона, мне кажется, что он из этого хочет сделать кого-то, кто и будет нам типа якобы достойным противником, да? Допустим. Допустим, я заинтригован. Но надо отдать должное геймдизайну на самом деле, потому что он просто шикарен. Настолько крутые продуманные локации я еще не то чтобы не видел никогда, но давно не встречал, скажем так. Очень красиво сделано все. Я просто тащусь. Тихо. Угу. Ноги сломаю. Класс! Меня просто спалило к херам собачьим. Что опять? Серьезно? Это охренительно нечестно. Мы оставили Так. Не горит. Не горит, мать его. Ставить две жизни просто вот из этой херни, серьезно! Меня там максимально сейчас взбесило. Так, я зол. Как демон, не зли меня. Посмотри, оно отгрызает здоровье только так. Трэш. Это нужно прям совсем по краешку ходить, чтобы не коса... Ну, в принципе, вот они линию поставили, да. Я согласен. Жопа, просто жопа. Так, хорошо, ладно, 5. О, кстати, 5. Точно, теперь же уже можно прямо сейчас это и прокачать. Ну-ка. И будем кидать 2 гранаты. Все, я доволен. Отлично. И, кстати, можно было бы сейчас еще подумать немножко. И вот тут еще проскидывать претарианских очков. А ну дай мне секундочку, сейчас я подумаю. Да фиг знает. Сейчас из того, что хочется, это хочется прокачать вот эту ракетницу и супер-дробовик. Тут, в принципе, пока качать нечего. Тут я использую только бомбы-репучки. Ту стрельбу очередями я не использую, она слишком долго разгоняется. Хотя тут наверняка есть, да, скорость перехода, скорость перемещения, скорость возврата режима. Короче, я уже подумал и решил, что я хочу для начала вот это взять. Сделаем упор на наш... На наш дробовик. Пока что то, что крюк перезаряжается долго, меня это больше всего... Нет, начинается. Меня это больше всего напрягало, потому что... когда я хочу... Опять-таки, когда мне хочется его использовать, он все еще не заряжен. Надеюсь, сейчас этой проблемы не будет. А потом сделаем так, чтобы он заряжался быстрее. Ну, имеется в виду, перезаряжался, точнее, сам дробовик быстрее. Скоро жрец ты сделаешь так же, как и этот претарианский воин. Я тебе гарантирую. Нам. Так, а ну подожди. Угу. А нахрена ему этот миксер на правой и на левой руке? Фиг знает, я такой, что я бы, честно говоря, туда бы сразу гранату закинул. Не стал бы дожидаться у моря погоды.
Охотник Рока. Его еще не сделали, зато о нем уже знаем. Хорошо, Охотник Рока некогда был... некогда были отважны... А, я понял, это, видимо, из них... Какую-то модификацию из них просто делаю, да? Некогда были отважными звероловами, не щадившими свою добычу. Сразу запомнили их как безжалостных убийц. Именно сектанты в результате раскопок в Арктике извлекли из вечной мерзлоты полярной тундры представители этой древнейшей расы. Миллионы лет охотники лежали под слоем льда. Их охотники... Их останки удалось восстановить. Сектанты использовали тело охотника для своих ужасных экспериментов по регенерации некротканий. В своей далекой цитадели сектанты творили страшные ритуалы и применяли самые совершенные технологии, чтобы на алтаре, воздвигнутом на голгофианских рунах, торжественно воскрешать и трансформировать охотников Рока. Почти все тело этих существ теперь заменят кибернетические протезы, однако их высшая нервная деятельность осталась нетронутой. Твари сохранили свой первобытный охотничий инстинкт и получили в дополнение к нему мощь целой танковой дивизии. Ясно. Это должно было заставить меня, видимо... Здравствуй, палач! Вздрейфить немного, но не тут-то было. Я думаю, тебе понравится выбранный мной страж. Могучие гончие гадоны из королевства Телос. Они считались вымершими. Их создали специально для охоты на палача и его ночных стражей во время нечестивых походов. Я, правда, немного доработал конструкцию. Представляю тебе свой величайший шедевр. Палач обнаружен. Чувствую, кто-то сейчас очень расстроится, если потеряет свое величайшее вот это вот. Так, охотник Рока, это демон-герой. Он обстреливает палача издалека самоводящимися ракетами. Его слабое место — щит и салазки. Так, выстрелив щит из плазменного ружья, можно перезагрузить его и отключить на короткое время. Хорошо. А причем славки на седаж лишить охотника щита ракета. Так, смотрим. Сначала уничтожаем его щит. Из плазки, из плазменного ружья, хорошо. Либо отхерачиваем ему салазки. Независимо от того, есть на нем щит или нет на нем щита. Допустим. Есть только одна проблема. Почему-то начал стрелять меня сильно раньше, чем я в него. Уть, тихо. Хорошо, пора что-то делать явно. Где эта херня лазит? Вот она. Да алло, где ты там? Я за тобой гоняться должен. Кто из нас монстр, ты или я? Ну хотя, если так подумать. Так, что-то мне не очень нравится, как это все против него работает. Может, имеет смысл делать него точечные выстрелы?
Ага. Не, ну типа вроде попадает по нему что-то там. Нет, две ракеты не вариант. Но знаете, что я вам скажу? Это поинтереснее, чем были предыдущие боссы. Ну, в предыдущем этом Думе. Немножко поинтересней. Тихо. Ему надо непрерывно стрелять в него, чтобы сбить с него этот конченый щит явно. Иначе не сработает. Угу. Так, подожди. Вот это. У меня-то ведь тоже есть самонаводящаяся херня. Ты что думаешь, что один тут такой особенный? Конченый, блин. Еще диада. Что-то как-то я ему в итоге не ломаю ни салазки. Ни щит не сбиваю. На. Интересно знать, а если вот так? Ух, страшно. Ты там рот-то попридержи. Тихо. Только не в этот самый. Критический урон. Бесполезная машина. Атакуй. Этого нельзя распилить. Серьезно так все. Шутки кончились. Нас уже убили. А, я вас сломал, ясно.
Какого хера опять не работает это замедление? Так, я начинаю... Начинаю из-за этой херни нервничать, из-за того, что не работает замедление, когда положено. Ай, зараза, достал меня. Вот это конченый имп. Умри. О, хорош, слушай. Угу. А, я его убил. Тю. Что-то это какая-то странная битва получается. Какие-то салки в основном. Увернись от этого, падаль! Умри! Палач убил охотника. Или это еще не все? Мы еще не закончили. А вот это уже плохо. Вот это уже, мать его, плохо. Нет, нельзя. Ладно. Жаль, очень жаль. Так, хорошо, как нас учили? Отлично! Дави еретика! Их здесь два. А, блин! Все потому, что опять вплотную стрельнул по нему. Твою-то мать. Я сам себя убиваю, а не они меня в основном. Меня это прям вымораживает в какой-то момент очень сильно. А тот, что спекся, да? А, нет, вот он. Ну, если так пойдет и дальше, надо будет подумать о том, чтобы наконец прокачать свою пушку. Плазменную, которую я так не люблю. Или не любил. До этого самого момента. Ага. Отлично. Ах ты, мразота, умри! Умри! Ну, блин, еще и эта тварь здесь.
И эта тварь здесь, да твою мать! Тихо-тихо-тихо, напугал. Зато теперь я понимаю, на кой хер ему эта штука на руках. Угу. Ай, блин, опять. Вот! Yes! Выкуси! Может, зверь хочет получить еще большую силу? Дары, что будут полезны в его славном походе? Я хочу возможно, получить твою голову, мразь! На мою!